интересный. Будем надеяться, что интересный прокат покажет нам и Габриэла Кубова с Дмитрием Киселевым. Вы уже знаете, наверное, что Дмитрий Киселев раньше выступал с Екатериной Пушкаш. Больше того, он является ее двоюродным братом. Ну, а сейчас эта пара тренируется в Одинцово в группе у Алексея Горшкова. Итак, их произвольный тренд. So you leave the Italian dance. You want to know about the love. Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood. Be Italian. And try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Красиво, даже можно сказать, яростно, с таким напором, акцентом исполняли каждый элемент эти спортсмены. И они так же, как и многие предыдущие пары, нравятся зрителям. Вообще хочу отметить, что, пожалуй, сегодня впервые на арене в Шеффилде